Там уж посмотрим, насколько получится. Я опоздал из-за аниме. Ах ты! Так и знал, во всем аниме виновата. Говорила тебе мама, не смотри аниме. А ты продолжаешь. Hello. Все, мы с этой картой больше ничего не хотим сделать. Мы просто хотим туда пойти и зачистить ее. Я, наверное, поставлю клеймо на правую кнопку. Потому что клеймо можно три штуки ставить. То есть я хочу вот так быстренько три клейма поставил и пошел гасить. Я буду озвучивать, когда я ставлю клеймо. И клеймо — это наше восстановление, кстати, здоровья. Мы же поставили на клеймо воровство здоровья. Вот наша выживаемость. И дополнительно у нас выживаемость идет за счет маны. Единственное, что у нас мало максимальной маны. Но мы, может быть, сейчас наролим тогда где-нибудь вместо максимума щита. Подумаем, надо будет, может, переделать немного билд. И взять вместо максимума энергощита где-нибудь максимум маны какой-нибудь жирный. Если есть, но вот хотя бы один. Но это очень хорошо нас защищает сейчас от урона хаосом. Шикарно. То есть мы бы уже были бы на пороге смерти, если бы не мана, которая принимает на себя часть урона. Продолжаем качать. Вообще я не опоздал из-за аниме, просто я знал, что Path of Exile будет первым. Вот не пришел, потому что мне эта игра немного неинтересна. Ага, вот так бы сразу и сказал. Чувак, это абсолютно нормально. У нас очень разнообразные сейчас игры идут на канале. То есть это абсолютно нормально, что не все будут их смотреть. В принципе, я так и думал. Ну, Path of Exile — это игра для меня. А это не для канала игра. Это просто игра, которая мне нравится, окей? Я в нее вот утром играю сейчас, когда я не хожу на работу. Когда я снова пойду на работу, я буду в нее играть по вечерам. Йоу, ларец колдуна. Это игра, где я расслабляюсь. Просто посидеть, поклацать кнопкой мышки на противников, посмотреть, как их убивают. Все, ничего лишнего. Мне нравится наше клеймо, очень нравится. Это было абсолютно правильное решение сделать клеймо. Так, но это надо крафтить. Дополнительных предметов 5. Мы можем попробовать наролить больше. Почему нет? Мы можем сферу вал даже дать на... Твою мать! Я вообще тормоз жуткий. Я случайно на нее нажал. Ну, писец. Сколько ресурсов ушло в никуда. Ужасно. Варлок, отдельный видос с билдом будет или нет? Хочу в Next League попробовать. Слушай, я не уверен пока, что этот билд стоит того, чтобы про него делать видос. В принципе. Ты чё? Видишь что? Для того, чтобы делать видос, мне надо хотя бы посмотреть, как этот билд живет на Адзире, на каком-то лейтгейме. Если мы успеем до конца лиги, я подумаю на этот счет, но... Но я не хочу обманывать людей и, типа, говорить, вот, делайте такой билд, а он на самом деле будет мертвый. Потому что пока что билд кривоватый, я тебе честно буду говорить. И мы его еще не закончили. Например, вот то, что я сегодня сделал с воровством здоровья, это очень круто. И сильно поменялся билд. Ничего не могу сказать, просто очень сильно поменялся билд. Поэтому посмотрим, может быть, к концу лиги, вот когда уже лига будет заканчиваться, когда будет уже ясно, что финал лиги, там, ну, 6-7 марта, если... Ты что там делаешь-то, а?
Если я пойму, что билд то, оно, если я пойму, что билд работает так, как мне нужно, то... Так, вот 48-й, да, мы качаем. То есть здесь у нас какой? Нет, вот здесь у нас какой? 50-й. А это будет 48-й, да. Так, теперь у нас будет уже начнет колтоваться расплавленный панцирь. Истину льда тоже до 48-го колтастуем. В Next League кого будешь пробовать? Мы планировали попробовать ядовитого ассасина. Ну или просто яд какой-нибудь. Моя мечта — яд-милишник. Я пробовал его делать несколько раз, у меня ни разу не получилось. Получались мертвые билды. Может быть, в следующей лиге они вроде что-то собираются. Ты что, блин, делаешь? И где мой караван едет? В следующей лиге собираются вроде бы не то чтобы усиливать яд собираются, а менять механику хаоса. Вообще урона хаосом и все такое. Может быть, тогда он будет рабочим. Где? Где караван? Ты че, игра? Куда он поехал? Ну, караван уехал. Знаешь что, караван, пошел ты. Но моя мечта — это милишник именно. Там собираются менять хаос, спеллы через хаос. Но мы как бы играли в этой лиге волшебником. Я не знаю, хочу ли я два раза подряд волшебника делать. Окей, нас дамажат. Мы дамажим не хуже. Мана! Нам выбили всю ману. Пак. И надо было портал открыть. 100% надо было портал открыть. А, кстати, слушай, а не поставить ли мне на левую кнопку? Что у нас есть? Но сначала босс. Если мы на левую кнопку поставим клейма, будет не лучше ли? Варл, где кофе? Вот же он. Тот самый вкус. Тот самый цвет, тот самый размер. О, блин, дамага идет. Горит! Спасибо тебе! Сейчас, секунду. Нас мочат, как в сортирах. Донат от Варлока для Варлока. Жить вдвоем в одной голове весьма весело. Привет от Варлоку и его второй личности. Секунду! Секунду! Йоу, Гаррет, спасибо тебе огромнейшее за донат целых 100. Это большая помощь, чувак. Спасибо тебе огромное. И привет твоей второй личности тоже. Надеюсь, у вас мир. Опять этот самоцвет. Мы, по-моему, в 10-й раз получаем самоцвет на приспешников. Точно. 10-й раз, я вам говорю. Отдай кофе. Не-е-е. Мой кофе, чат. Вам придется сделать свой. Стоп, тапки пояс оставить. Физический урон, фигня. А вот это.
можно и посмотреть. Шанс крита, броня. Молния к атакам. Stay inquisitive. Так, так, так. Урон топорами, блин. Шапку не продали, так. Здесь мы продолжаем собирать хаос. У нас есть еще 3 амулета для крафта хаоса. Glad you made it back. Good luck with your maps. А это что такое? 3 сущности. Ну, охренеть теперь. Шляпу. Продай шляпу. Stay sane. Варлок, у нас нет кофеварки, как мы можем сделать кофе? Ну, я тебе скажу честно, кофеварка для кофе не нужна. Это заблуждение. Для кофе достаточно турки за 100 рублей. Все. Ну, лучше не за 100, лучше медную турку купить за 300 рублей, но все равно более чем достаточно. Кофеварка — это понты. Мне больше кофе все равно в турке нравится, чем в кофеварке, так что... Но я всегда предпочитаю кофе из... Хотя бы из просто... Блин, господи, кофе можно сварить в любой, в принципе, посудине. Даже для этого даже не обязательно нужна турка. В ковшике можно кофе варить. И это все равно будет лучше, чем растворимый. Я всегда предпочитаю даже сварить кофе в ковшике, в любом металлическом, желательно не эмалированном, чем делать кофе, который растворимый. Я могу пить растворимый. У нас на работе мы пьем растворимый кофе, окей? Но там нет времени мутить вот с завариванием в чашке. И так, там ты побежал быстренько, заглотил кофе и да, пошел дальше. То есть тебя никто ждать не будет, пока ты там посидишь, выпьешь чашечку кофе, примешь ванну. Поэтому... Пророчество завершено. Слушай, мы пророчество щелкаем как орешки. И где-то здесь был босс, из которого выпал уник, который... Ты че, проход закрыт? Где-то... Как, что мне карта показывает? Не то что-то. Где я на карте вообще? Так, настройки, интерфейс, автоцентрирование карты. Вот что мне нужно. Что меня дамажит-то? А, мы стоим на проклятой земле. Точно. Во, наконец-то теперь я понимаю, где я нахожусь. А то, блин, брожу, туплю. Где-то был босс, из которого выпал уник. Там меня убили, и уник там остался лежать. Я не могу найти, где это было. Я тормоз. Привет, играю пару дней, я 45 левел, что мне делать? Просто бегать, акты проходить? Да. Твоя основная задача — пройти сюжетку. По мере прохождения сюжетки собрать какой-нибудь шмот, повысить свою выживаемость. И пока ты проходишь сюжетку, это отличный момент для того, чтобы подумать над тем, как ты хочешь играть, какой билд делать. Ты чё? Дура. Эта кошка разлила кофе. Поздравляю нас. Эта кошка разлила кофе. И мне нужно пойти за тряпочкой и вытереть кофе, который... разлила кошка. Вы, блин, козлы. Я вас сейчас всех передушу, кошки грёбаные. Вашу там мать. Вот она, враг народа.
пил кофе. Очень вкусный кофе был. До того момента, как кошка его выдернула на пол. Хорошо, что у меня с этой стороны системник не стоит, что с этой стороны просто лежат сетевые провода. Но проводам ничего не будет, в принципе. Но вот этой кошке что-то будет. Ты не понимаешь, кошка, что я пытаюсь работать. Твой батя зарабатывает тебе на кофе. На камере постоять, сделать там симпатичный какой-то кошачий прием, прикол. Ты, блядь, кофе Теперь у меня тут стул, блин, надо повернуть. Ой, писец какой-то, а не кошки. Похоже, кошка тоже хотела кофе, и ты не давал. Ты прав, я не давал ей кофе, потому что она кошка, ей не положено пить кофе. Поэтому, Поэтому она обойдется. А я не обойдусь. Мне кофе нужно для функционирования, потому что у меня от него химическая зависимость. В красном сне сочный альтерист поспорил с Петей, что он не сможет уничтожить 100 кирпичных танков. В бутылочном бою Петя использовал весь свой лысый опыт и радужным ударом победил розового врага. Окей. Что-то происходит в чате. Продление. Качаем. Так. Где был мой босс, который надропал мне уников? Я уже третий час пытаюсь эту карту пройти. Из-за разливающих кофе кошек нихера уже не могу пройти. Я мой босс. Здесь его нет. Я в 10-й раз сюда подхожу. В центре, что ли, вот здесь? Да, здесь. Йоу, слишком много дамага. Кошмарный ботинет. Железные ботинки. Блин, опять низкий уровень. Да. 50 сопротивления хаосу, время действия любого флакона. Вообще-то не так уж плохо, если честно. У нас с резистом к хаосу плохо, но мы не можем снимать эти тапки, они слишком хороши. Йоу, Crazy Lime, привет. А что с энергощитом? В смысле? А что с ним? Ну, его стало поменьше. А я сделал на билд небольшие поправки. Мы вооружились клеймом бури.
мы взяли вот эту штуку, разум превыше материи. И мы взяли похитителя душ. И я вставил воровство здоровья в клеймо бури. А? Как тебе? Такой маневр. Стоп, броня нам нужна туда. Вот это туда еще нужно. Так, сначала. Первое, что мы делаем всегда, это заходим сюда. Броня, пояс. Не хватает перчаток. Да? Только перчатки сюда еще нужны. Кольца, амулеты есть. Все. Стоп. Нет, еще нужно колчан. Greetings. Journey well. Мне кажется, понизил себе выживаемость. Не знаю, слушай. Мне кажется, повысилось. Мы потеряли примерно 1к энергосчета с этим делом. Но это потому, что я сбросил вот здесь одна из причин. Я сбросил здесь ноды на энергощит, чтобы взять похищение здоровья. Но мы получили возможность за счет маны выдерживать урон. Особенно это хорошо для урона хаосом. То есть он сначала идет в ману, а хороший реген маны идет, потому что клеймо у нас всегда активирует колдовской выброс. Колдовской выброс дает реген маны. Можно еще даже сделать круче. Можно поставить в клеймо, вот оно, клеймо бури, колдовской выброс, вытягивание здоровья, продление. Можно сюда поставить вытягивание маны. Но мне кажется, что все-таки вытягивание здоровья нам интереснее. Оно идет в энергощит. Слушай, ну мы пока нормально пятые карты вообще проходили вот сейчас в легкую. Сейчас попробуем шестерку, давай. Нам нужно, конечно, пепельный лес, бисерное озеро или окрестности. Курган. Сейчас попробуем шестерку для эксперимента. И заодно проверим, как этот билд живет. Так. Монстры имеют шанс избежать стихийных состояний. Урон холодом от монстров. Немезиды. Скорость восстановления здоровья энергощита на 40% меньше. Кстати, опасная. Опасная для нас карта. Ну вот и проверим. Карта сложная. Если мы ее нормально пройдем, то будет круто. Не шарю, лучше математика в Slay the Spire. Ну так-то, наверное, да? Наверное, лучше. Вот смотри, какой план. Мы ставим вот эти штуки, то есть клейма. Они наносят урон электричеством по врагам, похищают здоровье, восстанавливают нам энергощит с этим похищением. Ну, плюс они сколько-то дамага наносят, то есть... Плюс они дополнительно, они же молнии фигачат. Соответственно, у них шанс тоже шок наложить. Ну, или в нашем случае это же не шок, это заморозка. То есть увеличивает шанс заморозки на врагов. Плюс... Йоу, сульфит. Это оно. Моя детка. 437 сульфита. Сколько? У нас еще две залежи на этой карте. Хорошо, что мы сюда пошли. Если мы успеем, мы еще шахту тогда сегодня будем копать. И плюс колдовской выброс. Он и дает нам хорошие реген маны. Очень хорошие. Амулет с кораллом. Бум. Нам какие-то топовые шмотки падают, да? Почему? Потому что у них уровень предмета 75-й. Вот почему их так показывают. 35 здоровья. 1% здоровья при малом количестве здоровья. Плохой варлок не давал чату кофе, поэтому кошка сделала тебе плохо. То есть вы кошку на свою сторону переманили, чат, да? Спешу вам сообщить, кошка перевернула кофе не потому, что она с вами в сговоре, а потому, что она дура. В основном из-за этого. Ну, она глупая, окей? Я очень люблю своих кошек, но, камон, они глупые. У них мозг размером с грецкий орех. Яду поджогу.
Заморозки. Заморозка снимается тройкой. Кошка сделала последнее кошачье предупреждение. Осторожнее с ней там. Она на самом деле самая вменяемая из всех кошек. Это ты чё? Нечистый кусак и головорез. Это самая вменяемая кошка Цирилла. А самая такая спокойная и культурная из всех моих кошек. Но у нее, видимо, замкнуло что-то. Но здесь у нас главная проблема, что они избегают стихийных состояний на этой карте. Опять Fallout New Vegas последний. Но он всегда, если будет, то будет последним. Я не готов с утра в Fallout играть. Вернитель злобы. Какие жирные, блин, уники. Что ж мы на элитке будем делать, если тут такие жирные, блин, уники? Ну, не на элитке, на боссе. Окей. Спокойно, пацаны. Спокойствие. Только спокойствие. Сейчас я вас настигну. Хера, блин. Опа! Ну, не знаю, спасло бы ли нас... Спасло бы нас здесь... Спасло бы нас здесь больше энергощита? Не уверен. Но может быть. Зачем 4 хп фляги? На меня часто задают этот вопрос. Я начинаю думать, что я не шарю в этой игре. И что... наверное, нужно все-таки ставить меньше хп фляг. Тебе одной хватит. Да, мне тоже говорили. Ну и постепенно мы их, наверное, сменим, действительно. Видишь? Я не очень шарю. Поэтому я полагаю, что вы, скорее всего, правы насчет хп-фляг. Ну, у меня пока что... Мне сказали, потому что у меня есть кольцо, которое работает со скверненной землей. То есть мне сказали поставить флягу, которая скверненную землю дает. Но я ее пока не нашел. Все предметы членов подразделения перевозка будут уничтожены. Не, Хаку, давай мне информацию. Too much clutter. Стараюсь убарываться в один вид здоровья, хп или на энергощит. А, поздно. У нас уже получился смешанный билд. Физический урон. Снижение редкости найденных предметов. Сто три макс здоровья. 42 к холоду. Но энергощита мало. Я хотел полностью на энергощит идти. Но по большому счету этот билд на энергощит. Но у него почему-то все равно много здоровья получается. Опс, 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 опс. Я не знаю почему. Я что-то делаю не так, я уверен в этом. Но билд пока что работает. Да, нас иногда убивают. Но а что сделаешь? У тебя получается очень низкий реген щита, от ваншотов ты так не избавился. А как мне избавиться от ваншотов? Я взял еще этот... Что мне делать для того, чтобы избавиться от ваншотов?
Фак, я все-таки сделал его 50 уровня, да? Ну, пофиг. Привет, Омикрон. Тебя тоже с праздником. Я не знаю, как мне повысить выживаемость. Типа перелить весь энергощит в ХП просто. Ну, это вообще другой билд получится. Просто другой билд. Перелить все ХП в энергощит, но я взял все плюшки на энергощит. Там просто ничего не осталось. Я взял разум превыше материи. То есть есть вариант набрать побольше маны. И к тому же это соло селфаунд. У нас плохие шмотки, окей? На мне нет ни одного нормального уника в плане защиты. Я бегаю в рарках, в плохих рарках. Я только вот сейчас дошел до 6 уровня карты. Это 1-6 карта. Жена носки подарила или пояс с сумкой? Мы на 23 февраля на такие праздники друг другу обычно ничего не дарим. Потому что, ну, у нас и так есть. У нас бюджет общий, поэтому мы как-то не паримся по этому поводу. У нас не принято, скажем так. Йоу, мы пойдем в шахты, точно. Ну и вот я сейчас верну туда, где взял ноды на энергощит. Не ей дарить надо, а тебе. Или она... Он она служила. Ну, в смысле, да. То есть, мне. Нет, Женя не служила. Пока что. Что за хер? Сопротивление урону от стихии, сопротивление хаосу. Я не понимаю, что это за валун, что он делает, но мы его рвем. Окей. Вытягивание здоровья, продление. Перчатки из чешуи змеи. Йоу, привет, Евгений Сим. СМИ. СМИ, прости. На 8 марта ты ничего не подаришь. О, нет, я на 8 марта надо дарить обязательно. Ты чё? Это работает просто только в одну сторону. То есть ей не обязательно мне дарить. А мне, конечно, обязательно. Ну, мне тоже как бы не обязательно, но камон, конечно же, обязательно. Это только... Так попробуй не подарить. Я еще не совсем с ума сошел. How are your maps? Так. Физический урон опять, блин. Мы не можем найти нормальные кинжалы. Хоть ты тресни. Нормальные кинжалы на... Урон холода к атакам, сила ловкости. Не... Нормальные кинжалы на мага не можем найти. Stay sane. Так, раз, два, три. Стоп, какие уровни? 71, 73, 73. Hello. А чё не хватает? Броня, шлем,
А, перчатки. Слишком много тапок. Убери одни тапки. Нифига. Чего? Пояс. Так, броня, перчатки, шлем. Броня, перчатки, шлем. Два кольца. Амулет. Два кольца, амулет. Оружие, колчан. Может, оружие колчан не катит? Надо оружие щит тогда. Скорее всего. Хух. You made it back, Exile. Stay inquisitive. Варла, как ты относишься, Женя, к твоим стримам? То, что ты сидишь полдня за ПК. Ну, как бы, если бы Женя была против, она бы... Мы бы уже давно вместе не жили, потому что я всегда такой был. Я уже так... Я уже так очень давно. Привет, Варлок, я твой новый подписчик. Привет, Иван. Здравствуй. А, мы уже так давно. Мы вместе живем 9 лет, чат. Это не то, что мы вчера поженились и теперь тут решаем, будем мы жить вместе. Нет, мы уже 9 лет женаты и 10 лет живем вместе. То есть... Локдоги, спасибо за донат. Варлок, насчет корабля Мантиса в FTL запомни или запиши. У первого корабля есть пушки, но также у него есть телепорт. В некоторых ивентах телепорт помогает очень сильно. Мантисы сильные, двух мантисов хватает, чтобы вынести весь вражеский корабль. Я играл телепортом когда-то, давно. Но мы играем без паузы, вот что меня пугает. Меня не сам телепорт пугает, а то, что у нас нет паузы, и мы не будем успевать спасать нашу команду. У меня есть план, который мы можем использовать для победы. Так, нам нужно качнуть. А хер, у нас азурита мало. Ничего не качнем. Мы можем максимум азурита качнуть. Тынь-тынь-тынь. Я не пойду искать секретную комнату. Туда далеко ехать? Или поеду. Ну, 100% вот через... Ладно, хорошо, поехали искать секретную комнату. Хер с ним. Я надеюсь, хоть на свадьбу ты ездил или играл тогда. Мы поженились онлайн в Lineage. Все нормально. Зря волнуйтесь. У нас была онлайн-свадьба. Все, ну, как у нормальных людей. Все. Честно говоря, я ее никогда не видел. Ну, мы так и не живем вместе. Просто у нее есть рация, а у меня здесь стоит передатчик. И так же наоборот. Мы друг с другом общаемся так. И мы друг другу сделали роботов, которых контролируем удаленно. Нет, это стрёмно. Нет, 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 я этого не говорил. Слушай, огненный рывок, огонь. Хорошо, что вы мне подсказали, чат. Не знаю. По сравнению с огненным рывком, мой телепорт вообще отстой. Единственное, что не знаю насчет критов. Стоят ли они того, все-таки, что мы пошли через криты. Пока я сомневаюсь, но знаете что? Нам какую-нибудь одну нормальную шмотку на криты или пару кинжалов, которые я уже давно планирую найти, но мы так и не можем найти кинжалы на мага. И мы зарулим безбожно. Шмота. Я не буду его весь собирать.
защита. Слабовато. Нет, я не буду все это собирать, гарантирую вам. Так, теперь сюда, и по идее где-то там будет секретная комната, в которой мы сможем раздобыть валюту, теоретически. Кинжалы на мага. Банды на крафте на мага нормальные, и все. Но у меня же маг через криты. Почему? Кинжалы бывают с магическими свойствами. Но это маловероятно, но теоретически. Я не знаю насчет уников, но я точно встречал кинжалы, у которых есть там увеличенный урон от чар и все такое. Но а два ванда я брать не хочу. Если я хожу с вандами, тогда я имхо, мне лучше будет щит. Потому что у нас проблемы с выживаемостью, и нам нужно все, все, что мы можем в плане выживаемости себе сделать. То есть эти там 250 энергощита, которые мне сейчас щит дает, они решают. Блок нет, потому что он очень маленький. Но сам по себе энергощит рулит. В любом случае, такая моя логика. Собственно, с ДПСом у нас проблем нет. Я ни одного босса не встречал, который бы у нас, ну, вызывал проблемы. Господи, мы даже от Зири почти убили. У нее осталось 40% здоровья. Это еще до того, как я билд переделал. Мне кажется, сейчас мы от Зири можем убить. Давай, Микрон. Давай, настраивай. Спасибо, что зашел. Сюда я тут хотел смотреть амуль. Опять же, не могу, блин, нормальный амулет найти. Схожу с какой-то, с каким-то трэшем. Знаешь, клеймо дамажит не так хорошо, как цепная молния из рук. Блин, вполне адекватно дамажит. Мне кажется, что мы даже себе хорошо ДПС повысили, когда вооружились рунами. Ну, клеймами, простите. Шанс крита же на них тоже действует, поэтому... Осадный топор. Знаешь что, дай-ка мне этот лук. Так, а теперь вопрос. Так. Варлок FTL, а что, уже время что ли, чат? Нифига еще не время, вы меня обманываете. Теперь вопрос. Где искать эту стену? Показывает как будто направо. То есть я предполагаю, что куда-то сюда, чтобы найти секретную стену. Или вот сюда. Для этого нам нужно что? Нам нужно вернуться в лагерь на секунду. Купить. Простите. Сначала продать. Простите. Сначала вот сюда. Простите, снова. Welcome. Продать. Так, продаем вот это все. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Окей. И амулет туда же. Продали. Be careful, Exile. Теперь. Сейчас, одну секунду. Так. Тапки есть, это есть. Ты чё?
Чат, ты куда вылез-то? Чат, уберись. Два кольца. 63-й, 65-й. Нет, нам нужен 70-й. 71-й. 73-й. Амулет. О, вот они, два хаоса. Плюс дополнительный третий хаос. Да? Пророчество завершено. Ладно, два так два хаоса. Пофиг. Все, завершили это дело. Теперь мне нужно купить вот это и два динамита. С под клавиши 7, 6 это факелы. Под клавишей 7 динамит. Это когда мы стену саму найдем. В общем, надо бежать в темноту и там искать стену. Живую стену. Или какую-то там стену. А чтобы бежать в темноте, нужно будет ставить факелы. Желательно там не сдохнуть при этом. Стена находится между, всегда между двумя точками. Если это тупик с одним выходом и разветвлением. Ой, с тремя, с третьей и четвертой там не может быть стены. Тупик с одним выходом или разветвление. С третьей и четвертой там не может быть стены. То есть ты хочешь сказать, что я не найду здесь стену? Плохо. Нахер я сюда ехал? Сейчас посмотрим. На всякий случай. О, боже мой. Я все стоял во тьме. Я тупанул. Правильно ты хочешь сказать, что здесь нету стены? Ну, я тогда не буду ее искать. То есть это где-то отсюда проход? Или отсюда? Всегда между двумя точками. А где тогда в нее проход? Вот здесь, что ли? Или здесь? На карте и ищи точку с двумя входами, там точно будет эта механика старая. То есть либо отсюда, либо отсюда. Да, гори она синим пламенем. Мы не пойдем ее искать. Господи, нет. А нафиг не нужна. А он того не стоит, короче. Весь этот поиск, 3 часа времени. Фух, нахрен. Знаешь что, там не столько валюты. Да, может там пару хаосов впадет. Окей, у меня есть хаосы в запасе. Мне пока что нечего ими крафтить. Я жду, когда мне 5 линк выпадет какой-нибудь. Чтобы крафтить хаосы. Чтобы крафтить его хаосами. А какие еще обычно ставят эти хера? Что такое? Бесформенное море. Какие обычно ставят еще банки? Кроме алмазного флакона, потому что я через крит играю. Мы просто едем глубже в таком случае. Ну, я знаю, что там есть банка на устойчивость к физическим атакам. Вот ее, наверное, надо поставить. А, зуритовая вена. Азуритовая вена, азуритовая жила, наверное, да? Если я поставлю банку
на выживание. Будет ли она лучше, чем еще одна банка на... на здоровье? Вы че? А, это уникальные чуваки. Ну, дроп. Ничего не могу сказать. Это он. Шанс крита, скорость регенерации, маны. Стоп, серебряный флакон. Не оно? Боевой раш. Нет, не оно. Так, 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 а там уже решим. За аниме ответишь. Аниме-гопники вышли. Слышь, ты! Ты чё? Не фанат No Hero Academia? Но! Пойдем выйдем! Нани! Мне нравится наш билд сейчас. По-моему, он супер. И то, что мы постоянно накладываем заморозку, вот это, наверное, наше основное выживание. Особенно против толпы. За ним двор, стреляю в упор. Бака! Итадакимас, сучка. Я аж закашлялся. Не знаю, шутка, но можно умереть, если такой голос делать. Сандалеты. Дай мне хорошие тапки. Энергощит. Холод, скорость передвижения, увеличение получаемого урона при полном энергетическом щите. Что? Что за тупость-то? Это вот для ваншотов, знаешь? Увеличение получаемого урона при полном энергощите. Эй, хочешь ваншот? Давай выйдем на разы с моим другом Джо-Джо. А, за хентай ответишь. Мне нравится это. Мне нравится эта шутка. Ты помнишь меня, мой аниме-двор? Ты ж, ты у меня будешь сейчас как Хелсинг. Сосать. Догони кровь! А моего бака! Окей, та шутка уже зашла куда-то не в ту сторону. Теперь я против. Блин, надо ежа не забыть купить обязательно. Огненная лягушка, конечно, не взлетает по сравнению с ежом. Слушай, а я подумал. А если мы сделаем воровство здоровья по тому же принципу, по которому сейчас у нас оно идет, на билде через яд? А не будет ли это мега круто?
Потому что у нас, мы сейчас воруем здоровье не с основного скилла, потому что на основном скилле у нас стоит весь ДПС. А воруем здоровье с дополнительного клейма бури. Есть ли какое-нибудь такое похожее клеймо на яд? Или у яда есть очень хорошая штука, которая... Ох, как же она называется? Потому что когда я мечником играл через яд, там есть... Как же она называется? Короче, какой-то Геральт на яд. Если мы в него воткнем божество здоровья, будет ли оно действовать с самого яда, или оно действует только вот с самого, ну, с урона хаоса? Я так и не придумал, как нам сделать живучий билд на яде, чтобы он не умирал постоянно. Всегда есть вариант через реген, но ассасину регена взять особо негде. И к тому же мы здесь пробовали реген, чистый реген что-то не живет. Как-то совсем не живет. Йоу. Две сферы алхимии. Тихо. Сфера соединения. Самоцветы. Слушай, шикарный дроп. Я уж не молчу про сам азурит. 117 азурита. Все? Ну, норм. Да. Это мы идентифицируем на всякий случай. Да. Скорость каста. Да. Свитки кончились. Беспредел. На экране мясо, а тут чай. Ага. Чай с мясом. Ну вот... Хотел сказать, вроде тут есть максимальное здоровье, но там вот 23. Вот ни одно из этих колец я пока не хочу менять ни на что, что нам выпадает. Вообще ни на что. У нас три сущности близко. Так, а время-то FTL уже. Чат молчит, не признается. Да? Сколько у нас времени? Йоу, 12. Чат. Будем играть в FTL? Или не будем? А, нет, Grey Firefox на страже. Иду я во тьме, тележку толкаю. Куда я иду, мы с големом не знаем. Но близится полночь и смерти. Назло, лишь свечка в тележке нам веру спасает. Норм. Там надо только в стиле рэп зачитать. Голем дает мне реген. Моя молния создаст вам кучу проблем. Я кастер на селфкасте. С клеймом бури. Вы все... Окей, проехали.